Кстати, познакомься с моей новой напарницей. Какая прекрасная девушка. Хочется быстрее познакомиться. Хочется быстрее? Переходи на Мегафон. Оператор номер один по скорости интернета и покрытию. Мегафон. Всем большой день! И как вы помните, в начале этого года мы планировали открывать автосервис на 1000 квадратных метров за 1 миллион рублей аренды в месяц, но у нас ничего не получилось. Потом еще и сервис, в котором мы проработали 2 года, стали сносить. И нам пришлось в экстренном порядке с него съезжать и искать новое место. Пересмотрев кучу вариантов, мы наконец-то нашли подходящее место. И как только мы подписали все бумаги, переехали, вылезло огромное количество подводных камней. И нам пришлось в экстренном порядке расторгать договор, платить неустойку и снова съезжать. И вот в таких расстроенных чувствах мы сняли самый обычный гараж и просто сгрузили туда все наши вещи горой и взяли паузу. И вот, наконец-таки, я вам презентую наше новое место. Но давайте обо всем по порядку. Итак, начнем с того, что выглядит оно вот так вот. Одни ворота, вторые ворота, там дверь. Всего этого здесь не было, даже пришлось доделывать нам стену, потому что она была разрушена и пришлось ее частично сносить и донаращивать. Соответственно, также покупка и установка ворот, покупка и установка двери. И теперь можем зайти сюда. Здесь тоже все было голое. Как вы, собственно, видите, разруха полнейшая. Поэтому все нужно было делать с нуля. Как вот все-таки полезно, сколько у нас всего со всеми переездами. Помнишь, бензин мы покупали, еще что-то прям. Ее даже продавать не надо, блин. Первое, на что хочу ваше внимание обратить, это черные стены. Я очень давно хотела, чтобы в моем сервисе были четкие черные стены, потому что мне нравится, когда много света, и при этом вот такой вот лофт-стилек. Ну, мне нравится. Напишите в комментариях, кстати, как вам. Свет. Тоже большая затратная часть. Чтобы сюда завести свет, нам нужно было протянуть кабель от щитка, а это уже 20 тысяч рублей стоила работа, плюс кабель 5×4 ВВПН, по-моему, так называется, да? ГОСТовский. Вот, там 100 метров. Ну, удалось найти дешево, там какого-нибудь Леруа там или на рынках стоило там около 30 тысяч рублей за 100 метров. А мы купили за сотку за 13 там с копейками. Вот, соответственно, нам сначала завели сюда линию, потом начали прокладывать свет. Розетки, соответственно, щиток, компрессора еще не было, подъемника тоже, потому что нужно было сначала везде установить свет. И в нашу комнату, в которой мы тоже базируемся. Да, не очень уютно, комфортно, но зато есть здесь шикарный диван. Саня вечно король занимает его. Все по кайфу. Холодильник есть, микроволновка есть, чайник есть. Все, можно творить, создавать. Даже вот небольшой вот такой вот стеллаж есть, где стоят наши награды. Вернемся сюда. Как вы видите, достаточно все хаотично. Еще нужно убираться, наводить порядки и искать всему свое место. Как оказалось, нам достаточно узковато здесь, но в дальнейшем мы все это сделаем. После того, как мы возвели стены, поставили ворота, покрасили стены, установили свет, нужно было еще вот здесь вот трубу убрать. К сожалению, этих кадров не осталось, но вот эту трубу, вот рядом такая же труба, она была установлена здесь. И чтобы нам поднимать машину, нам нужно было договориться, чтобы здесь ее спилили и все это сделали законно, согласованно. Потому что мы находимся в большом помещении, здесь огромное количество разных сервисов, как слышите, да, постоянно кто-то сверлит, пилит, делает ремонт, и, собственно, как и делали ремонт мы. Самый длинный льготный период в стране
по кредитной карте Альфа-банка. Вечное бесплатное обслуживание и кэшбэк 100% за первую покупку. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Хочется его съесть. Короче, мы занимаемся переездом, если вы еще не поняли. Перевозим вещи. Буханка, я не знаю, ну, это, наверное, не... Если не супер лучшая машина, то супер лучшая машина. Потому что... Для меня. Не для я вас? Я уходил в Азию. А, понятно. Потому что вот мы долго искали машину низкую, потому что у нас проход там 2.30 максимум, и не могли найти. И в итоге оперативно, быстренько разгрузили мусор, который мы сюда натаскали. И потом, соответственно, уже в две машины теперь возим. Ну, газель проходит. А подъемник был установлен в самую последнюю очередь, когда мы перевезли, конечно же, все вещи сюда. Более-менее распихали, разложили, и установка подъемника – это была достаточно ювелирная работа. Опа. Небольшой порядок имеется, а сейчас будем устанавливать подъемник. Что ты делаешь? Я снимаю чпек видос. Тикток? Тикток, шортс, ВК-клип. Через белорусскую сим-карту. Так, сейчас смиряем, чтобы вошла ККК. ККК? Так и крузак. Я очень надеюсь. Тут, конечно, достаточно узко, но тютя в тютю все входит. Даже, возможно, и буханка войдет. Просто не до конца сможем ее поднять. Кстати, снятие подъемника стоило 3000 рублей, а его установка и подведение к щитку 12 тысяч. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка. И вечное бесплатное обслуживание. Вроде бы не сильно затратно взять и перевезти вещи с одного места в другое. А оказалось, офигеть, как затратно. В одну сторону тридцатка, в другую сторону тридцатка. Сюда еще, где мы находимся, машины выше 2,4, 2,3 даже метра не заезжают. Нам нужно было взять 10-тонную фуру, чтобы все это за раз, все наши вещи за раз увезти. Несколько грузчиков, а то и 5 бы желательно, потому что, вот, допустим, вот эта бандурина достаточно тяжелая. И потом привезти сюда на территорию и еще постепенно все это
поднимать на этаж. Поднимали мы на этаж с помощью там газели, буханки. Буханка вообще, конечно, да, она нам и мусор вывозила отсюда. И вещи сюда завозила. Супер тачка. Круто, что мы ее не продали и решили ее вот так еще доработать и восстановить. По сути, это железо я коплю. Казалось бы, можно было его взять и сдать. И не захламливать здесь все, да? Но мы хотим накопить побольше и потом сдать. Ну, короче, вот эта вот история еще до сих пор есть. Колеса здесь же. Установка подъемника, соответственно, потом вот оператор мой золотые руки все смог провести. Не только оператор, но еще, видите, радиомеханик, очумелые ручки. Ну, короче, простой мужик. Ванька, респект тебе. Простой мужик с руками не из жопы. Подключил сюда подъемник, подключил компрессор к сети, то есть все работает. И мы здесь даже уже восстанавливали Мерседес. Вот. И даже очень удачно. Кто не видел стрим, можете посмотреть на моем втором канале Настя Чпек Туман. Там двухчасовой стрим. Я в прямом эфире воскрешала тот самый 124-й Мерседес. Вот это непонятно, откуда фишка, это непонятно. Да тут фишек отстегнутых миллион. И когда я открыла блокнотик со всеми затратами, я, конечно, подофигела, что, казалось бы, да, помещение и 100 квадратных метров здесь нет. Но затраты уже более 200 тысяч рублей. И это только на ремонт. И еще аренда первый, последний месяц. К сожалению, не могу озвучивать стоимость, потому что всегда в договорах прописывают, что это конфиденциальная информация, ее нельзя разглашать. Но могу сказать то, что это помещение вместе с небольшой парковкой стоит более 100 тысяч рублей. И на все это мне нужны были деньги. Так, ну все, вот он мой зверюка, которого я продала вот Диме. Дим, ты доволен? Пока да. Пока да. Но классно, ты много посмотрел? Ну вообще да, много смотрел. Тачка огонь. Это лучше всех, да? Ну неудивительно, так-то и на 400 тысяч дешевле рынка. Все получается. Пока, ё-моё, я поехала на такси. Да. Времена непростые у блогеров, вы знаете все прекрасно, поэтому, короче, не буду это разглагольствовать, мне пришлось продать Dodge. И у меня есть наличка для того, чтобы заниматься переездами, строить новое место, оборудовать его и продолжать снимать контент. Кстати, на контент, конечно же, тоже нужны затраты, да, это не просто раз и видео есть, и машины новые тоже просто так не покупаются. Поэтому вот, вот такая вот история про Dodge. Ну все, подъемник установлен, тест-драйв он прошел отлично, подняли машину человека, который, собственно, и устанавливал его, поэтому точно все четко. Можем начинать работать. Что касается открытия нашего собственного автосервиса. На данный момент мы решили полностью отказаться от этой идеи, потому что это тот бизнес, который требует участия 24/7. Это надо вкладывать туда все свое время, все свои силы. Это не так, как ты в игре купил себе какой-то бизнес, и он просто там денежка капает, и все, и ты ничего для этого не делаешь. Ну, честно сказать, я думала, я смогу это вывести, потому что я вот работала сама в автосервисе долгое время, а за этот год я еще и понаобщалась куча с разными людьми, именно уже владельцами подобных бизнесов, и поняла, что, ну, никак невозможно это вывести, именно совмещая с нашей основной деятельностью, потому что находиться в сервисе, а только что открытым, нужно как минимум 2-3 года точно, то есть наблюдать, контролировать и занимать как бы должность управляющего. То есть все вот эти вот моменты, нюансы, а мы просто физически не вывезем эту катку. Ну, это бизнес с огромной конкуренцией, здесь все не так просто. Тем более у нас уже есть бизнес, которым мы занимаемся 5 лет, это вот съемка автомобильного контента. Создание. Создание, ну и все с этим сопутствующее. Допустим, вот вот этот канал, который вы сейчас смотрите, сколько у нас всего еще есть? Короче, 3 YouTube-канала, потом TikTok, ВК, Яндекс.Зен, ну, короче, Телеграм, куча всего, лайк. И, куча всего, и каждая соцсеть, она немножко по-разному наполняется. Нету такого, что ты вот на один канал снял и все, просто там
пораспушивал в остальные соцсети. Нет, это все отдельные съемки. Допустим, снять вертикальный какой-то ролик, иногда приходится там договориться с какой-то машиной, чтобы снять на нее обзор, приехать, несколько часов снимать, потом несколько часов монтировать, то есть уходит потом целый день на один ролик. А вертикальные ролики мы публикуем каждый день. Вот ролик, который сейчас вы смотрите, сколько на него ушло времени? Переезды, вот эта вся стройка здесь, ремонт этого помещения, ну там месяца два, наверное, ушло. Ну да, и плюс монтаж этого ролика, собственно, где-то месяца два. Просто вот, блогерство, это вот не как на телевидении, когда на тебя работает там 50 человек, и куча людей там занимаются светом, звуком и съемками отдельно. Там за рекламу какие-то люди отвечают, кто-то, актерам там пишут текста, там сценарии прописывают, реквизит готовят и так далее. Куча народа. А здесь приходится там, вот нас там 4-5 людей, и нам приходится все это совмещать. Допустим, оператор, он не только снимает, он отвечает за свет, за звук, плюс еще иногда монтирует что-то. У монтажера там тоже много там дополнительных обязанностей. Плюс еще иногда свет ставит. У Насти, допустим, она... И мы там и пишем и сценарий, и потом она где-то там что-то монтирует, вертикалки все она делает, и второй канал там она монтирует, надо придумать, пообщаться с рекламодателем, а это тоже отдельная головная боль, когда там надо все с ними согласовывать, переделывать, обратно отправлять, а это обязательно, чтобы потом, потому что надо всем платить за всю эту зарплату, чтобы все это, вот, допустим, даже аренда этого помещения, а это помещение как раз-таки нужно только для наших съемок. А вот такие проекты замороченные, как вот мы делали крузак, когда из двух собирали. Это нужно найти, договориться, да, с людьми. Да, это вся головная боль вот на ней, там, по этим запчастям. Вот, расскажи чуть подробнее. Ну, запчасти, конечно же, да, это найти, промониторить, позвонить, договориться. Можно просто, допустим, сказать человеку, у меня тут есть помощница, я могу сказать ей найти запчасть. Но человек, который в этом, типа, ну, не знает, ему сложно. Когда ты знаешь, это гораздо быстрее, точнее. Но, опять же, это нужно найти, посмотреть, привести, поставить, потом найти человека, кто это сделает. С крузаком, конечно, вообще очень долго было. То есть есть такие проекты, которые вот занимают твое все время. И вот сейчас вот такие вот распространенные бизнесы, как, допустим, автосервис, детейлинг, мойка, это, ну, не получится так, что ты просто ее открыл, и она сама по себе качает денег. Хотя нам бы очень, конечно, хотелось так, и мы думали, что получится, и мы будем туда приезжать там, ну, раз в неделю, или я там буду работать там периодически, но типа... Ну, думали, что за счет того, что у нас есть такой ресурс, как реклама, мы сможем вывести. Но так это не работает. Если у тебя работники, которые будут все криво делать, ну, сами там не можем делать, потому что у нас других куча обязанностей. Там работники, соответственно, это все будут. Если они накосячат, то все, виноват будет не работник, а конкретно ты. Точнее, что... винить будут именно тебя, а не работника. Ну да, потому что это ж твой сервис там и так далее. Ну, короче, это совсем непросто. Конечно, очень хочется. Надеюсь, мы когда-нибудь найдем такой вот выход, обход или человека, которому мы сможем полностью довериться и вот как-то вот эти вот движухи делегировать, потому что автосервис все-таки есть такая история, зачаток мечты. Может быть, когда-нибудь получится, но на данном этапе нет. И да, можно было как на телеке, конечно, нанять кучу людей, вот. И чтобы все там занимались и писали сценарии, и отвечали там на рекламные запросы, и договаривались там вот это вот все движения решальские. Но, типа, мы не зарабатываем столько, чтобы столько зарплат платить. У нас и так там оператор, монтажер, может, когда-нибудь что-то изменится. Но ну, будет круто, да. На данном этапе пока что так, но все равно... как говорится, не складывая все яйца в одну корзину, рассчитывая только на какие-то рекламные контракты тоже нельзя, даже несмотря на то, что она как бы там уже на телевидении где-то там подрабатывает. Но мы все-таки решили кое-что из прошлого, один свой бизнесок, вернуть сюда в нашу деятельность. Да, это изготовление приводных валов и шрусов. Раньше мы занимались именно изготовлением приводных валов и шрусов под заказ. Это было 5 лет назад, и тогда было еще огромное количество времени, и я не была так занята сильно созданием контента. И у меня было время отвечать на сообщения, прорабатывать каждый заказ досконально. Сейчас нет этого времени, поэтому мы решили ограничить весь этот круг, и мы решили сразу изготовить те приводные валы и шрусы, на которые сейчас жесткий спрос. Либо чего-то нет, вовсе не заказать, либо очень-очень дорого стоит. Мы, в свою очередь, делаем альтернативную, качественную и при этом достаточно выгодную деталь. Шрус
приводной вал, либо, опять же таки, в сборе. Поэтому у меня будет для вас просьба. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какие марки, модели автомобилей, год и комплектация нуждаются как раз таки вот в данных деталях. То, что дорого стоит, то, что не найти, то, что, в принципе, сейчас не поставляется в Россию. Потому что для меня это будет важно, отобрать нужные конкретные модели, которые будут выгодны и вам, и нам, и всем будет комфортно. И чтобы максимально оптимизировать весь этот процесс, я составлю список автомобилей, на которые действительно это необходимо. И мы эти детали закажем, и они будут у нас находиться непосредственно здесь, где-нибудь вот здесь мы сделаем стеллажики с этими комплектующими, шрусы, приводные валы, либо в сборе, и, соответственно, будет легко их транспортировать, либо кто из Москвы, либо любые другие регионы. Пример такого автомобиля — это Opel Astra J GTS. 1.8 на механике. Там как раз таки и сложность в том, что шрусы отдельно не продаются, то есть их невозможно найти. В принципе, это было и 5 лет назад, и на данный момент до сих пор ситуация не изменилась. Поэтому мы огромное количество подобных шрусов продали, и продолжается вот такая вот история происходить. Люди заказывают, пишут, находят, поэтому, собственно, мы и решили это все возобновить, потому что спрос есть. А если есть такой Opel, значит, есть какие-то другие марки, модели автомобилей, которые нуждаются. Поэтому как я только составлю список, со всеми пообщаюсь, с вами, с автосервисами и так далее, я вам об этом сообщу, чтобы вы могли оперативно сделать свой заказ. Ну, да, вот так вот хочется сделать и сказать, хоть бы надолго, хоть бы, ну, уютно, уютно. Плюс у нас здесь такая вот площадочка есть с нашими машинками. Вроде бы все, да, здесь. Но, как говорится, скучно жить, когда ничего не происходит. Ну, вы же знаете, да, что мы ненормальные. Поэтому мы взяли еще почти 500 квадратов. Но что здесь будет, это уже в следующей серии. Пока!